На космодроме Плесецк успешно прошли очередные так называемые бросковые испытания новой тяжелой межконтинентальной ракеты «Сармат». Это то самое грозное оружие, о котором президент говорил в послании Федеральному собранию. И вот следующий этап необходимых тестов. Все это позволяет проверить, как работают системы на начальном этапе полета. «Сармат», напомню, должен прийти на замену ракете «Воевода». Как ожидается, новый комплекс заступит на боевое дежурство уже через 3 года. Он способен успешно преодолевать любую систему ПРО и нести разные типы боеголовок, в том числе гиперзвуковые.